Криминальная полиция Павлодарской области разыскивает особо опасного рецидивиста, который сбежал при попытке его задержания. Помогли родственники. Один из них ударил лопатой по голове начальника отдела полиции. С тяжелой травмой пострадавший находится в Экибастузской городской больнице. Происшествие случилось в минувший понедельник, а накануне разыскиваемый распространил видео в социальных сетях, обвиняя полицейских в избиении. По данному факту департамент полиции проводит служебное расследование. А сегодня на пресс-конференции рассказали, что подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления. 16 сентября 2018 года к нам поступает заявление от граждан в отношении гражданина Тасабаева, в отношении мошенничества. То есть он завладел погрузчиком стоимостью 3,5 миллиона тенге, является особо крупным в размере и было возбуждено уголовное дело по статье 190 части 3. Ввиду того, что гражданин Тасабаев на тот момент у нас имел бюллетень невменяемости, мы с органы предварительного расследования была назначена экспертиза. Тасабаев ранее привлекался за грабежи, кражи, разбои и убийства. Последняя судимость за убийство признан был невменяемым. Последняя экспертиза признана вменяемым. Привлекается за мошенничество и оказание сопротивления сотрудникам полиции, находится официально в розыске.